Сейчас зубной пасточки чуть добавлю, нормально все выйдет. Нормально, я живая. Ты только пену-то неаккуратно наливаешь. Внимание! Спасибо за внимание. Приветики! Пистолетик. Короче, ребят, вы это видео просили очень много раз, настолько много, что я просто не выдержала. И, пожалуйста, получите его, распишитесь. И вместо росписи поставьте лайк, потому что, как бы, ну это реально было дофига слишком комментариев, чтобы мы сегодня сняли телепатия челлендж. А именно сегодня у нас будет что? Что? Телепатия, слайм, челлендж. Еее, аплодисменты, пожалуйста, самые громкие. Вот прям реально вот просто поднатужься и поаплодируй. Что, я? Мне руки больно. Я жду от вас обратной отдачи, потому что я как бы пошла вам навстречу, я снимаю для вас это видео, раз вы так сильно хотите телепатию, вы хотите телепатию, слайм челлендж, если вы на этом видео наберете 100 тысяч лайков, да, ребят, вот как вы оставляете 100 тысяч комментариев по поводу того, что вы хотите телепатию, слайм челлендж, тогда я сниму видео телепатия с едой, то есть вы можете прямо сейчас писать эти свои варианты там, что вы хотите, телепатия пицца, телепатия шаурма, может быть, телепатия торт, пирог. Ма, хочу. В общем, предлагайте, и самый залайканный комментарий я выберу и сниму на эту тему. Вот. Ну, а теперь давайте начинать и переходим к первому раунду. Погнали. Та-дам! И на первом раунде. Нормально, я живая. Я хотела как ты одеть просто. Я хотела вот так вот закинуть. В общем, на первом раунде что у нас? Только ты не пойдешь, понимаешь? Это слишком. Здесь... А ты видела, что упало? Что? Неважно, что упало, то пропало, как говорится. В общем, на первом раунде у нас тарелки. И сейчас мы скидываемся, чтобы определить, кто будет выбирать. Ты меня побил, ты выбираешь. Я выбираю ее. Блин, мне кажется, что у Дениса упала вот эта тарелка, либо вот эта, судя по звуку, потому что они разные только... Ой, потому что они одинаковые, вернее, только разных цветов. Я думаю, то, что Денис выбрал вот эту, а эта у него упала. Но я хочу вот эту, но выбираю эту. В общем, я думаю, то, что он выбрал эту. Ну, давайте будем считать, что, типа, он выбрал эту. Короче, я думаю, что он выбрал черную. И, типа, я, естественно, я проиграла, и все дела. Если я выиграла, это просто седьмое чудо света. Вот серьезно, вот серьезно. И ты готов ко второму раунду? Ты сказала, какую ты выбрала? А ну, как сказать? Я думаю, то, что вот это упало у Дениса. Можешь посмотреть? Нет, так неинтересно, нет. Ладно. Я буду что сразу. Короче, ты выбрала, да? Я выбрала, что типа ты выбрал. Ну, я честно, честно признаюсь, я выбрала то, что хотела бы выбрать я сама. Угу. Ну вот Денис так часто делает, но и сегодня у меня такое настроение, что как бы вот. Ну, если есть, я отгадала, то я уже озвучила, что это такое. И что, мы переходим ко второму раунду. Мы переходим ко второму раунду. А ты... Хендро Слейто. Следующий раунд. Ну, короче, вот этот раунд, второй, я просто не могу сообразить, как сказать. В общем, у нас здесь клей, как вы видите, это Элмерс большой, Элмерс прозрачный и Элмерс с блестками, в нашем случае он золотой. У тебя золотой? У меня, да. И мне просто безумно повезло, потому что сейчас на этом раунде я выбираю, и я свой выбор останавливаю вот на этом клее. Угу. Я сделала выбор, можно открывать? Угу. Точно? Отвечаешь? Блин, я... а я чашки-то убрала. А я уже все наливаю, ничего не знаю. Сейчас будешь тоже... на столе, значит, сделать? Да, на столе сделаю. Реально? Он растечется и... Ой, жесть. Я, короче, выбрал этот клей. За меня. Ну, типа, что я выбрала. Я уже все налила. Ну, наливать некуда. А как сделать, чтобы было? Поэтому я грущу. Сейчас появится стрелка. Это была магия монтажа. Вы заметили ее? Тарелка-то хоть появилась? Да я уже вылил весь клей. О, ну это хорошо. Интересно, Денис отгадал? Мне кажется, что нет. Тут по звукам можно спалиться, а на этом челлендже самое главное не спалиться. И, по-моему, он уже палец, то что он не отгадал. Ты там галлон выбрала, что ли? Бутылку целую? Не знаю, не знаю. Вообще-то я выбрала золотой. Или прозрачный, или галлон реально, может, большой выбрала. Кто же его знает? У меня тут слимик, на самом деле, откуда-то появился, вот такой вот маленький, как бы зеленый. Так воняет, да? Заметила? Не знаю, не знаю. Не пахнет у тебя? Клеем пахнет. С
Странно, не правда ли? Короче, мы переходим к какому раунду? Ну, в общем, к следующему. Третий раунд. Дамы и господа. И здесь снова клей. Заметьте, какие клей. Заметьте, какие клей. Какой клей расскажет вам Денис? Клей необычный. Они все вот с такими пупырками. Че? Пупырками. Пупырки такие, ну. Сосочки такие. Красненький, синенький и оранжевенький. Биг, Ашан и Ашан, только виниловый. Правильно? Ага. Мне кажется, ты там чуть не заснул, пока это все рассказывал. Короче, давай выбирай. Можете посчитать, сколько раз я в этом видео скажу слово «короче». Мне кажется, я уже сказала раз 15. Ты выбрал? Я думаю, то, что Денис выберет, наверное, вот этот клей. Не знаю, почему-то мне так кажется. Наверное, потому что откуда-то взялся волос. Реально взялся волос откуда-то черный. Короче, слайм у меня сегодня будет с волосами. Ну а мы переходим к следующему раунду. И следующий раунд у нас... Четвертый. Есть клей Эрик Краус, есть клей голубой Дели, и есть клей тоже Дели, но уже желтый. Выбираю на этом раунде я, и я выбираю вот такой вот клей, и его уже даже открываю, и даже уже почти налила в тарелку. А пока я с вами разговаривала, я уже его налила в тарелку на самом деле. Ты уже тоже выбрал? Да. Реально? И ты думаешь, ты отгадал или не отгадал? Да ты как считаешь? Мне вот почему-то кажется, что ты отгадал, судя по звуку, если честно. И ты готов перейти к следующему раунду? Давай. Переходим. И на этом раунде... No problem. Нет проблем, но есть классные ингредиенты. Это зубная паста, это крем защитный из серии «Дачница». Есть маска от прыщей, вернее, против прыщей, угрей и черных точек. А выбирай, Денис, да, сегодня? Наверное. Здесь и сейчас. И я думаю, что Денис выберет либо вот это. И мне почему-то кажется, что он выберет вот это. Я, наверное, нифига сегодня не отгадываю. Вот, честно говоря, мне так кажется. Ой, я чуть-чуть себя испугала. Да, я реально... Ты уже выбрал? Да, и руки мажешь? И ты вот этим руки мажешь. А что, нельзя? Вот серьезно, или ты меня пытаешься запутать? А что делать-то? Я показал, все, выбрал, что надо? Ничего. Как обычно, знаете? Вот как обычно. Наверное, он все-таки крем не выбирал, да? Он бы так вот яро и не начинал бы руки типа и мазать. Вот это бесит в моем сопернике на самом деле. В общем-то, я уже все добавила, что я хотела добавить. Прямо сейчас напишите в комментариях, типа, я отгадала или нет. И я впервые за долгое время начинаю перемешивать заранее. Это хороший знак или нет? Ты веришь в знаки? Да, дорожные особенно. Шутки за 300. И мы переходим к следующему раунду. Как ты думаешь, какой это у нас раунд сейчас? Опять крем для рук. Какой это раунд, значит? А есть пена для... Ну, вы понимаете. Есть гель для... Ну, вы понимаете. И есть крем для... Ну, вы понимаете. И на самом деле я бы хотела... Ну, вы понимаете. Я что выберу? Ну, вы понимаете. Я сделала слайм? Ну, вы понимаете. Я выбираю, и я не знаю, что выбрать. Ну, вы понимаете. Короче, я выбираю, я сделала выбор, и сейчас Денис надо, чтобы тоже сделал выбор, на самом деле. Да, я сделал. И что? Мы можем добавлять? Раз, два, три. Кто-то супер-пупер молодец. Да я так давно слайм с этой пеной не делала. Как вы думаете, я переборщила или нет? Прямо сейчас пишите в комментариях. Но это было классно. И реально, мне кажется, месяца два не делала слайм с пеной для бритья. Зая! Чё? Попал, что ли? Я слайм добавлял. Нет, это не надо мне тут рассказывать. Ни хрена себе, ты да посмотри. Как она на руки? Да посмотри. Я, короче, кремом руки намазал, у меня это бритье выскочило это. Вся такая в белом, но не для меня. И, короче, вообще... Я посмотрю потом. Я переборщил. Заморалась, да? Да, конечно, у меня тоже джинсы. Ты пену-то неаккуратно наливаешь. И мы переходим к следующему раунду. Сижу я, значит, вся такая красивая, волосы себе поправляю. Тут у меня, наверное, где-то на бровях пена, да, еще осталась.
Если вдруг у меня где-то пена, то, пожалуйста, не ржите там сильно в голосину, потому что, ну, вроде бы я все сняла. И на этом раунде к нам подъехали краски, а именно гуашь, красная, синяя и белая. Где еще пена? Антенна, короче, такая. А сейчас ты выбираешь, да? Непонятно. А ну, ты? Ну, вы понимаете, да? Ну, ты выбираешь же. Ну, вы понимаете, да? Денис. Ну, вы понимаете. Да я выбираю. Я выбираю вот этот. Ну, наверное, вот этот он выбрал. Скорее всего. Смотрите, смотрите. А что, много надо добавлять? Можешь сразу помешать, посмотреть, потому что тут такое дело, это гуашь. Я да вот добавила. Сейчас такой мешаю. Смотрите, как цвет. Красиво. Серьезно? Вообще реально. Мне кажется, я не отгадала. Ну, это будет странно, если он это выбрал, да? Или вот это, типа, ну... Ну, если он это выбрал, я вообще в нем разочаруюсь, честно говоря. Ну, прям вот, ну, совсем сильно разочаруюсь. Пушка цвет. Погнали. Ты меня разочаруешь, понял? Я знаю. Сильно и на века. И мы переходим к следующему раунду. Раз, два, три, елочка, гори! И у нас раунд. Мне все время хочется узнать, какой это раунд. Но я сбилась со счета, и мы не узнаем. На этом раунде у нас есть вот такие вот добавки. Фиолетовый, желтый, оранжевый. И наконец-таки настал тот день, когда я скажу, где их покупают. Представляешь? Реально? Внимание! Галамарт. И это такие штучки продаются в отделе для детского творчества. Набрали, что ли? А? Набрали. Что набрали? Лайки там. Нигде никто лайков не набрал. Но я вам иду навстречу, а вы вот нередко идете навстречу. Поэтому учтите это. И теперь я должна выбрать, кстати говоря. Ну, вы понимаете, да? Я выбрала, кстати. Я тоже выбрала. Реально? Так ты за меня должен был выбрать. Я выбрал за тебя. Серьезно? Да, да. И вот ты отгадал, ты считаешь? Да, конечно. Почему? Твой любимый желтый. Да ё-моё, реально? Да. Реально, как? Изи, да? Вообще кошмар. Почему я такая предсказуемая? И мы переходим к следующему раунду. Внимание, практически финалочка. Финалочка будет тогда, когда будет активатор. А это предпоследний раунд, что типа такого. Есть яйцо с пенопластовыми шариками. Что за чайка-зайка, я только не знаю. Чака-зака. Это пенопласты. Ты все открыл? Да. Ну, как ты открыл? Я не видел такого. Смотрите, сначала ушки. Кто выбирает? Потом не ушки, ты выбираешь. А это что-то белое, тоже пластилин белый? Белое тоже какой-то мягкий пластилин для детской лепки. Для блин, детей от 4 лет. Блин, ё-моё. На самом деле очень большой выбор и хочется выбрать все. Согласен? Согласен, я выбираю вот этот. Я думаю, то, что Денис выберет вот этот или вот этот. Все, открывай. Но я вот это открываю. Да, давай смотреть. Надеюсь, что я правильно взяла, потому что хочется посмотреть, что это такое. Прикольно. Прикольно. Круто вообще. Ого, смотрите, тут две штуки. Таблица смешивания цветов. И даже есть шарик, спираль, колбаска, капля, конус или блинчик. Представляете, нарисовано, что написано. Шарик, колбаска, блинчик, корпус. Это я просто посмотрел, открыл. Тоже. Я не выбрал. Реально? I'm so sorry. Вот так нечестно. В смысле? Я просто открыл упаковку и посмотрел. Не я открыла. Я такого не видел никогда в жизни. И что? Я тоже не видела и выбрала это. И другой открыл. Ужасно. Я такой злодей. Ладно, убирайте балл один. Мне без разницы. Ты меня расстроил. Добавьте балл, Маша. Уберите балл, Маша. Добавьте мне один балл. Два балла добавьте. Один уберите. Не запутались уже. Под итог такой. Маша, балл добавьте в итоге. И все, и забудем тему. Все. И мы переходим к активатору. Внимание! Спасибо за внимание. Раунд активатор. И сейчас мы будем активировать наши чудесные слаймы. На самом деле, пожелайте ну, удачи. Да? Ты все видео это будешь говорить? Ну, вы понимаете, да? Я уже добавила активатор. Я думала, здесь твоя ставка будет местная. Почему ее нету?
Что ты делаешь? Почему так тихо? Я, короче, открыл активатор, он розовый. И я завис. Вот и все. Что значит он розовый? Ну, розовый активатор, я не знаю. Я открыл, наливаю, он розовый. Поняла, нет? Вот и все, я завис, короче. И у меня был шок. Ну, вы понимаете, да? Да, ну вы понимаете, да? И ты такая, а что, завис-то? Тишина такая. Ну, просто знаешь, ну реально, ты как будто не дышишь даже. Блин, вот это вот... Вот это вот лопатка-мешалка на самом деле очень плохая идея, потому что ей так неудобно мешать. То за то, чтобы на следующей телепатии были нормальные ложки у нас. Ла-л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 а. Да-д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 а. Ну, чтобы вы понимали, просто у меня здесь слайм практически уже получился. И мне в него для полного счастья не хватает добавить то, что я выбрала на последнем раунде. И что? Это идеально подходит по цвету. Ну, то есть же у нас там всякие были пластилины. Я еще не добавила свой пластилин. Ты уже добавил? А я не знаю, где он. А, нет. Не добавил. Смотрите, что у меня получилось. Слайм на самом деле вообще огромный. Максимально огромный. Я не думала, что он будет настолько прям масштабных размеров. Как-то вот так вот. Офигеть. Итак, мой полужиденький, полунормально готовый слайм готов. На самом деле он липнет к рукам, потому что я сейчас буду в него добавлять вот это. О, какой он мягкий, офигеть. Ну, чуть переактивировался. Сейчас зубной пасточки еще добавлю, нормально все. Да ладно, можно я не буду вот это добавлять? Что ты со своей зубной пастой? Что там такое, покажи. Я вот эту не хочу добавлять. Типа говнястый будет цвет. Да. Внимание! Дается Денису зубная паста. Это зубная паста? Да, зубная паста. А ты это добавлял? Я не добавлял. Она может... Давай уберем эту штуку, она мне уже мешает немножко. Да-да-да, я не смотрю, я не смотрю, я не смотрю. Я могу смотреть на твой слайм? Не помню, добавлял, нет. Нифига себе, он наверное, у тебя... Нет. Ты взял белый, серьезно? Ты ненавидишь меня? Да. Почему у меня слайм такой блестящий? Заметь, у тебя тоже? Да, смотри, это я думаю из-за этого. Благодарю. Ты сам свою руку подставил. Слушай, как классно кликает. Пушка. Все, я вымешу. Одной рукой? Да. Идеально. Ах, капец футболки. На-на-на-на-на. 2 hours later. Ты довел до такого состояния, что я просто спать захотела. Как это понимать? Давай, обмен слаймами. Все, я уже наигралась. Нет, у меня он белый. И что? У тебя руки грязные. Нормальные у меня руки. Сам ты грязный. Они у меня розовые просто. Да, у меня белые-то. Ни хрена себе, я кофту заморала всю. Минус кофта. Минус кофта. Минус Маша. Смотрите. О, давай кто дольше. Как дольше? Дольше? Кто дольше будет пузырь надувать. Смотри. Смотри. Пушка у меня держится еще. Держится, 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 держится. Да блин, это все твой пузырь. Я знаю. Понял? Давай, давай, давай. Давай заново. Внимание, внимание, внимание. Заново, заново. Раз, два, три. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. У нас был на самом деле челлендж, кто дольше продержит слайм. Вонючка. Ха-ха-ха-ха. Давай я заберу, я не против как бы. Ну что, ребятушки, котятушки, мы это сделали. Мы сделали для вас телепатию совершенно... На вершенно новом уровне. Да. На вершенно на интереснейшем слайме. Сентябрь 2019. Скорее пишите в комментариях, когда вы смотрите это видео. Go, bitch, get off the way. Интересно, 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 интересно. Реально, смотри, пишите, смотри, пишите, пишите. Пончик сможешь сделать? Круто, круто. Пончик круто, второй. Круто, круто. Кстати, можно из таких цветов сделать реальные пончики. Мы ждем
очень сильно от вас лайкосики и приложение в комментариях, какую телепатию с едой вы хотите. И не забудьте набрать 100 тысяч лайков, чтобы мы ее для вас сняли. Тогда я пойму, что вы не просто пишете комментарии, что вы хотите телепатию, а прям реально ее хотите, ставите лайки, делитесь этим видео с друзьями и поддерживайте нас всеми способами, которые только можно придумать вообще. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся и до скорой встречи. Всем пока. Пока. Оу.